выполняли разведку тройками, разведку местности, разведку боем. Передвигаемся малыми группами, по 2-3 человека. Рельеф непривычный, но выкручиваемся. В качестве укрытия используем скалы, камни, кустарник какой-нибудь, неровный ландшафт местности, как вариант. Да все, что только возможно, используем, лишь бы спрятаться, укрыться там от лишних глаз. Адаптация к горной местности проходит пока нормально, сложного пока ничего не было. Надеюсь, что дальше будет так же. Важность учения велика. Неизвестно, что будет завтра. Нужно уметь слаживаться не только своим подразделением, но и подразделением других наций, других стран. Поэтому учения проводить такие желательно чаще. Чем чаще, тем лучше. Когда вернусь на родину, продолжим тренировки в том же духе. Будем передавать полученный опыт здесь молодому поколению.